Здравствуйте! Дети – это наше счастье, наше будущее. И мы покажем вам, как можно, не разрывая контакта с детьми, соединить приятное с полезным. А помогут нам в этом наши Анютки, две Анечки. Поднимайте и вы своих детей от телевизоров и от компьютеров и занимайтесь вместе с нами. Первое упражнение будет подтягивание на руках. Детки ложатся на коврик. Ложатся. Мамы, можно это папы пусть будут, берут замок ручки. Ножки чуть-чуть согнуть, чтобы не надорвать поясницу. И первое упражнение, детки начинают подтягиваться на руках два раза. Следующее, четыре раза мы. Начали. Раз, два. Хорошо, детки отдыхают, мы работаем. Качаем верхний плечевой пояс. Два, три, еще раз. Четыре, еще раз, два раза, детки, раз, тянемся, тянемся, молодцы, два, и четыре мы, раз, два, три, четыре, хорошо, у деток работали все мышцы, у нас работал верхний плечевой пояс, поднимаемся и берем мячики, поработаем на ножки, приседания будут с мячом, и чтобы это было интереснее деткам и вам, это будет передачка мяча, кидаем мячик и приседаем. И теперь мне. Вот так вот. Начали. Раз. Два. Три. Приседания. Самые хорошие упражнения для того, чтобы подкачать ножки и ягодицы. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И десять. Хорошо. Молодцы. Следующее упражнение. Становимся спиной друг к другу. Расстояние метр. И будут работать косые мышцы живота и спины. Будем разворачиваться через правую сторону и отдавать мячик. И забирать ее с левой стороны. Готовы? Начали. Восемь раз вправо. Раз, два, восемь. В левую сторону. Пять, шесть. Ножки на месте стоят. Работает только корпус. Последний. И в левую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо, молодцы. Следующее будет у нас выпады вправо и влево. Мячики ложим пока в стороночку, они нам еще пригодятся. Дитё становится перед вами, ручки вверх. И будет выпад в правую сторону и вы, и он. Работают ножки и растягиваются у дитя боковые мышцы. По 8 раз в каждую сторону выпады. Начали. Раз, а вы в противоположную. Два, три, четыре, пять, веселее, шесть, семь, восемь, еще восемь раз. И раз, два, хорошо, выпады можно делать неглубокие. Вы почувствуете, как работают ваши ножки. Пять, шесть, семь, и последний раз. Восемь. Хорошо. А здесь будет работать ребенок. Будет работать его большая мышца живота. Растягиваем. Очень хорошее упражнение. Упражнение даже при профилактике грыжи. Выпад вперед будет с правой ножки. Вы стоите на месте, держите за ручки. И потом с левой ножки. С правой ножки начали. И раз. Левая. Два. Три. Четыре. Молодцы, девчата. Шесть. Хорошие у нас сегодня помощницы. Восемь. Еще. Девять. Десять. Одиннадцать. И последний. Молодцы. Следующее будет поворот. Становимся лицом друг к другу. Берем ручки в замочек. И будут повороты в правую и в левую сторону. Мышцы спины потянем. И начали. И раз. Два. Три. Четыре. Ножки в коленях не сгинаем. Семь. Восемь. Девять. И последний. Десять. И с этого же положения ножки также не сгинаем в коленях. Наклончики. Дитё наклоняется, и вы на спинку давите ему. А дитё, естественно, подтягивает вас. Начали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Хорошо, молодцы. Берем мячики, покачаем пресс с мячами, чтобы нам было веселее. Садимся. Ножки в замочек. Ножки в замочек. И
Передаем мяч, дитё ложится, встает, берем и ложимся мы по 10 раз. Начали. Раз. Вот так. Два. Молодцы. Не ленимся, девчата. Хорошо. Хорошо. Мышцы живота работают. Во. Вот так. Еще. Еще 4 раза. Давай, 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 тянемся. Если у вас не получится с первого раза сделать 10, не переживайте. Делайте столько, сколько сможете, потом получится. И последний раз. Молодцы. Закончили. Теперь мячики ложим в стороны. Упор на локоточки. Встречный велосипед называется. Мы будем крутить, как педали на велосипеде. Только упор детеножки с упором ноги дитя. И начали с правой ножки 8 раз. И потом с левой ножки. И раз, два, три, четыре. Работают и ножки, и пресс, и спинка включена. 7, 8. И в левую сторону. Раз, два. Назад теперь крутим педали. 4, 5, 6, 7. И последний. 8. Молодцы. Последнее упражнение обычно на растяжечку, чтобы мышцы пришли в хорошее положение. Обязательно надо потянуться. И мы будем тоже веселую растяжечку. Сначала мы тянем дитя, потом дитё нас. Качельки, так бы сказать. И начали. Раз, два, три. Хорошо. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, еще два раза, 11 и последний, 12. Спасибо вам за внимание. Берите своих деток, занимайтесь, и пусть будут они у вас здоровы, и вы вместе с ними. До свидания.